Вы только что обыграли команду Полисейн со счетом 5-4. Расскажи, пожалуйста, насколько была напряженная игра? Ну, сначала у нас вообще ничего не получалось, мы горели 3-1 вроде. И как бы у нас были проблемы со сменками. То есть выходила пятерка, например, и сбивался ритм игры. Вот. Ну, затем мы немножко сделали коррективы в сменках, и игра пошла более-менее так. Отыгрались еще и выиграли. Да, вот ты сказал, что вы смогли разыграться только к концу первого тайма и сравняли счет, однако он все равно закончился преимуществом Полисейнс. Почему пропустили последний гол в первом тайме? Не знаю, может, мандраж был. Как бы очень много голов было там по нашим ошибкам. Как бы очень волновались, потому что матч, как говорилось, за премьерку. Ну, выиграли матч, как говорится, можно остальное все забыть.